И всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанка-англичанка. Я все еще во Флориде. Сегодня уже последний день. И я хочу вам показать машину, которую мы арендовали. Где-то практически 2 месяца мы ездили на этой машинке. И я хочу вам немножечко как бы сделать такой отчетик по этой машине. Рассказать, что понравилось и что не понравилось в этой машине. Итак, вот, смотрите. Сегодня очень жарко. 90... по Фаренгейту, где-то 30 градусов по нашему сентигрейту. Итак, вот эта машинка. Такой серебряный металлик. Chevrolet, это Chevy Sonic. Немножко грязный, это у нас... Мы вернулись недавно с Майами и не успели помыть машинку. Тем более, что уже завтра мы ее сдаем. Так, вот она выглядит вот так. Это у нас вид спереди. Сейчас я ее обойду. Такая она небольшая. Для Америки очень нетипичный размер. Конечно, очень такой компактненький. Так, что это у нас? 5 дверей, да, вот он, Sonic. Я так поняла, что это 2013 года Sonic выпуск. Так. Так, ну что, про дизайн могу сказать. Ну, скажем так, дизайн неплохой. Я так понимаю, что производители хотели сделать это более как бы спортивную такую модельку. Видно, что вот фарки такие кошачьи, не знаю, почему-то мне кажется, хотя нет. Ну, в общем, так дизайн как бы ничего. Ну, можно сказать, что это такая мальчишеская машинка. Конечно, это не девчачья, я думаю, девчонки не будут выбирать эту модель. Это больше мальчиковская. Так, внутри. Сейчас я вам покажу, что мне понравилось. Внутри неплохо оформлена тоже кожа. Опять, не знаю, это натуральная кожа или это искусственная кожа. Я не читала инструкции, как всегда. Но мне нравится, когда кожа внутри в салоне. Я больше предпочитаю. Здесь, значит, у нас оформлено оформление такое. Вот видите, вот о чем я говорю, что больше как спортивная. Такие вот турбины мне... Как мне кажется, такой вот экранчик тоже. Так, сейчас я немножко покажу. Не хочу сейчас залазить, очень жарко. Так, значит, какие здесь, что у нас? Ну, тут, естественно, все эти кнопочки открывать, окошко. Так, ну ладно, здесь неудобно, мне придется мне залезть. Оставлю просто открытым это все. Так, сейчас я все-таки включу, чтобы видно было. Вот у нас... экран. Здесь тоже вот все эти показывают все индикаторы, все, что надо. Ну, вот так они сделали, так все-таки такой спортивный вид машины, конечно. Автоматическая коробка передачи, что мне нравится. Обожаю автомат. Ну, просто это женский взгляд, скажем так, со стороны женского взгляда, да, как машина для женщин. Так, ну, здесь уже у нас радио, все, это нажимается, то есть тачскрин по-английски, здесь аудио, все это вот можно выбрать, здесь оставлю это на радио. Так, все одинаковые кнопочки, не знаю, вот это не пользовалась, даже не знаю, что за кнопка, это кнопка No Off-Road, это когда, понятно. Так, значит, что у нас здесь есть, это все у нас для... стаканов, это все удобно, но единственное, что до этого мы арендовали другие машины, ездили, обычно здесь как бы, ну, закрывается, здесь ничего у нас не закрывается, очень как-то непрактично, я бы сказала, не спрячешь какие-то вещи, ничего не положишь, все на виду. Это как бы немножечко минус. Здесь точно так же, вот тут, конечно, есть кармашки вот такие тоже, но вот, например, очки у меня лежат. Но они также ничего не скроешь, все на виду. Здесь также вот у нас Dodge мы до этого брали, это все закрывалось, можно было что-то положить, скрыть от посторонних взглядов, но ничего такого нет. Здесь вот у нас есть один такой кармашек, к примеру, здесь USB, то есть вы можете подключить и заряжать телефон, а также вывод идет на экран, можно слушать музыку. Это мне понравилось, было очень здорово, я слушала свою музыку. Но камера моя почему-то не заряжалась вот через этот USB-порт. Хотя она у меня и через него, и даже и через вот это тоже не заряжается. Не знаю почему. Это было небольшое для меня... минус был для меня, потому что камеру я люблю заряжать в машине. Так.
Так, дальше. Ну, здесь все как-то понятно. Вот, пожалуйста, инструкция. Sonic 2013 год. Ничего мы это не смотрели, потому что основное мы знаем, как ехать, что нажимать, а уже детали не обязательно знать. Так, что дальше интересного в машине? Что понравилось, что нет? Ну, естественно, понравилось то, что здесь есть вот круиз-контрол. То есть нажимаешь на него, выбираешь скорость, и уже он у тебя сам едет, не надо педаль нажимать. Это было очень удобно. Это все кнопочки, вывод на радио тоже пользоваться. Все тоже удобно. Так, что еще? Ну, как бы так, все основное, что в основных машинах. Так что ничего здесь такого, я думаю, удивительного нет. Все очень обычно, все очень просто. Такой экономный вариант, небольшая. Так, а вот по поводу, да, экономии, это, конечно, самое главное. Вот показывает, видите, 31 миля на галлон. Не знаю, сколько это у нас будет километров. Мы обычно все это в литрах, километрах, не могу сказать. Вот. Но можно посмотреть по интернету будет, может, я посмотрю потом. 30, ну, где-то 31-32 вот оно было так. Да, действительно, сравнительно экономная машина получилась по сравнению с остальными, с которыми мы арендовали. Это вышло неплохо. Так, дальше, что мне понравилось, но я думаю, это не только в этой машине, хотя до этого, опять же, мы арендовали и другие, не было этих кнопочек. Это у нас SOS. Насколько я поняла, что это наверное, 911. А он, это мы раз нажали тоже, проверить, для чего это, по-моему, оказался сервис. Ну, а эта кнопка, я не знаю, уже мы не стали проверять. Но это очень удобно, потому что мало ли что в дороге может случиться. Телефон не всегда у меня с собой. Я как-то телефон не особо пользуюсь. И было очень хорошо. Значит, что? Если что, можно всегда нажать кнопочку. Так, дальше что? Сиденья сравнительно удобные. Ага, вот здесь, значит, есть у нас для отдыха руки, да, вот такая штучка. Очень здорово, конечно, когда иногда едешь вот так руку положить, но оказалось почему-то неудобно здесь, неудобно. Я постоянно билась локтем. Конечно, не всегда нужно было трогать эту коробку, да, но именно даже когда рулишь, все время у меня, я вот задевала ее, поэтому это оказалось не очень практично в моем случае. Вот, дальше сиденье как бы сравнительно удобное. Не знаю, кто-то сломал вот это сиденье переднее. Оно двигается вот вперед, туда-сюда, вот этот рычаг. А уже вот рычаг там должен быть с другой стороны, чтобы откидывать спинку. Его сломали, не знаю. Это качество плохое автомобиля или это кто-то очень сильно дернул рычаг и, в общем, выломали. Первый раз тоже так, с таким столкнулись, но вот такое есть. Сзади помещается нормально два человека. В принципе, может и три поместиться. Так, багажник такой сравнительно небольшой. Помещается большой, у меня поместился большой чемодан и средненький чемодан. А уже, конечно, два компьютерных чемодана уже нам пришлось здесь перевозить. На задних сиденьях. В багажнике не поместились. Так, ну вот, наверное, все. Все, что хотела сказать, показать. Что интересного здесь есть. Ну, в общем, то, что понравилось от машины, это, как всегда, конечно, для меня. В последнее время главное, чтобы это была экономная машина. Получается, что это сравнительно экономная. Плюс также я люблю небольшие машины, потому что для женщины, наверное, парковаться – это большая проблема. Хотя в Америке, конечно, такой проблемы нет. Парковки здесь огромные, здесь без проблем. Но так как я все-таки из Европы, в Европе там все очень маленькое, поэтому большие машины всегда не знаешь, как ты припаркуешься. Поэтому я привыкла к маленьким машинам. Для меня легче все-таки маленькие машины парковать. Это мне понравилось, то, что машинка небольшая, легко припарковаться. Так, что... Ну, про дизайн я уже сказала, что это такой мальчишеский дизайн. Конечно, я бы не выбрала такую машину, потому что это все-таки больше такая, она более спортивная, скажем. Это, мне кажется, больше для молодых парней таких, молодежи. Конечно, ну, так скажем, первая машина. Очень даже неплохо. Так.
Так, что мне, значит, не понравилось? Не понравилось один такой момент. Очень медленно, когда, ну как, на ускорении, да, вот когда вы едете, и вам нужно, ну не знаю, там вот загорелся желтый, и нужно проскочить, вот нажимаешь, и ускорения абсолютно нет. Я была очень удивлена, потому что до этого мы брали, арендовали Dodge, и, ну, до этого у нас больше, побольше машины тоже я ездила. А как-то почему-то не чувствовалось даже на больших машинах, хотя ты это как бы ожидаешь от большой машины, то, что, конечно, на ускорение увеличение скорости несколько там несколько секунд должно быть. У этой машины, я не знаю, там ты жмешь, и это было что-то, я не знаю, первый раз такое, честно говорю, ты жмешь на скорость, и ускорения никакого нет. Она как ехала, так и едет. И берет очень много времени для того, чтобы ускорение пошло. Вот это был как-то небольшой такой минус, даже когда обгоняешь машины, было очень сложно. Не то, что сложно, но немножко непривычно. То есть, конечно, немного времени взяло, чтобы привыкнуть вот к такому. То есть уже как-то рассчитываешь немножко по-другому. Просто до этого мы также брали, я думала, конечно, это небольшая машина, и она должна ездить быстро. До этого мы брали, вот забыла, не помню модель, Дженнифер Лопес рекламирует. Рекламировала, забыла модель. Какая же модель? Ну, она, конечно, была еще меньше, чем эта машинка. Там быстро ускорение нажимаешь, и ты и уже все. Но также Dodge. На Dodge вот я ездила и не заметила такого. Не знаю, что это. Может быть, это проблема с машиной или еще что-то, но вот это вот был для меня большой минус, я бы сказала, для вот именно в этой модели машины. То, что ускорение занимало достаточно приличное количество времени. Вот, это, наверное, все. Такой основной минус, я скажу, по машине. 2 месяца мы ездили, никаких проблем, кроме вот этой, не... А, ну, была еще одна проблема, колесо немножко спустилось, не знаю. Но подкачали, как бы, все. Все нормально, но до этого, опять же, 2 месяца ездили на других моделях, никогда вообще таких проблем не было. Вот у этой машины вот сломанная ручка, не опускается сиденье, спустилось колесо и очень медленное на ускорение автомобиль. Вот такие минусы, недостатки, лично мое мнение вот такое. Вот. Ну, в общем, все. Как бы на этом все. Спасибо за то, что смотрели. Надеюсь, вам понравился небольшой обзор. Конечно, технические какие-то моменты вы можете посмотреть в интернете. Но вот это чисто такой женский взгляд на этот автомобиль. Вот, с моей стороны. Ну все, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь. С вами была Жанка, англичанка. А теперь у нас остался, что это завтра мы уже улетаем в Великобританию. Пробудем там всего, наверное, каких-то 1-2 дня. Чисто перепаковать чемоданы, и мы летим в Россию на пару месяцев тоже. И я надеюсь поснимать видео в России тоже. Надеюсь, вам будет очень интересно узнать о других городах России. Много, конечно, я не буду ездить, только, может быть, съезжу в 1-2 городка. И постараюсь вам показать что-то интересное, что засниму, как всегда. Все. Ну все, спасибо, всем пока. Подписывайтесь. До встречи в России!